Дорогие друзья, нам опять поступил звонок возле поселка Новоселки. Щенки на проезжей части. Мои хорошие, ты приют переполнен. Долги у нас так, что просто душат. Но бросить детей там, где они находятся, мы не можем. Сейчас обращаюсь ко всем к вам. Мы покажем, как и что мы можем сделать. Но от вас, друзья, нужна будет поддержка и помощь. Вот мы подъехали, но где конкретно малыши, пока не видим. Я думаю, надо выйти. Выходим. Подождите минутку. Подождите минутку. Господи, здесь опять гололед. Как же здесь? Господи, ну что же это такое? Трое? О боже мой, они крошечные совсем. Ну понятно сами, ну крошечные. Месяца по 2,5. Пуськи? Ну пуськи. Хорошенькие такие. И пуськи такие. И все мальчики, ладно. Пацаны? Да. Бля. Ну вот. Магазин «Магнит» Новоселки. Вот такие. Явно домашние. Домашние чистые дети. Это не бездомные. Чистые домашние дети. Вот так вот мы не умеем мы стерилизовать. Друзья, ну что? Опять брошенные малыши. Возле пятерочки. И видно, что дети домашние, потому что ухоженные, чистые. Кто-то просто привез из заднего двора, выбросил детей. Друзья, ну как же так? Разве так можно? Ну, когда же мы научимся быть людьми? Ну, что же творится, а? Приют переполнен, ребята, переполнен. Девочки. А третий кто? Все три девки. Поднимай третью. Все три девочки, все ясно. Мальчиков пристроили, а девочек вот, пожалуйста. Добрый день, люди добрые. Я могу сказать только одно. Еще нет осени, дачники не уехали. У нас уже полно животных. Вот. К магазину подкидывают, потому что кормить нечем. И, ну, как бы избавиться могут. Стерилизовать, да, стерилизовать не могут, потому что дороговато все-таки. Но нам тоже как бы это очень болит душа за них. Поэтому, ради бога, будьте людьми. Спасибо и вам большое. Нам, помогайте приюту, да, честно. Доброго здоровья. Друзья, ну что, Лили, не хочешь мне одного дать? Или так и будешь в охапку нести? Ну, неси. У тебя хорошо получается. Да, дети? Они уже маленькие дети. Главное, что все девочки. Вот что страшно, ребята. Да. Все это девочки. Еще дополнительные щенки. Спасибо вам огромное. Доброго здоровья. О, Господи, ребята. Как же тяжко. Как же тяжко, что малышей продолжают бросать и бросать и бросать. Не хотят стерилизовать, ребята. Ну, как так можно? Ну, приюты не резиновые. Сколько же мы можем подбирать и подбирать? Ребята, невозможно спасти всех. Вы понимаете, на что вы обрекаете этих малышей? На постоянную жизнь. На все 15 лет. В клетке, в вольере, в приюте. Потому что пристроить малышей, даже вот таких красивых, ребята, это невозможно. Слишком их много. Мои хорошие, я вас очень прошу. Стерилизуйте ваших животных. Пожалуйста, стерилизуйте ваших животных. Лиль, куда посадили? Дай я посмотрю. Да у нас же ни переноски, ничего нет. Сейчас пусть так. Ну да. Мы не готовы, Елис, ехать за малышами. Мы ездили по делам, и поступил звонок. Так что, ребят, вот такие дела. Ничего, сейчас доедем. И все у нас будет хорошо. Поехали. Вот такие девчонки. Девчонки не боятся ничего. Контактные, домашние. Ну-ка, зайка, покажись. Стой. Не падай, маленький.
Так, у одного из детей гноится ранка на лбу. Сейчас приедем, обработаем. Да. Скорее всего, это или прокол, потому что второго следа нету, значит, это не укус. Тихо, маленький, не упади. Тихо, стой, стой. Что, малышня? Яки такие маленькие, хорошие деточки. Дай Бог, чтобы судьба у вас была красивая и хорошая. Дай Бог. Я всем сердцем этого желаю. Ну, пока маленькие едут в приют. Да? А где-то ваша мама, которая родит сурковара следующих, потому что люди не хотят стерилить. Да? И обрекают вот таких детей на муки и непонятно на что. Разве так можно? Ну, разве так можно, ребят? Так, щенки приехали. Щенки уже сидят у нас за рулем. Рулим? Рулим, пацаны! То есть девки. Рулим, девки! Рулим, девки! Рулим, девки! Так, все, да? Все, давайте малышу обрабатываем глазик. Ну-ка. Да, у него глазик гноится. Только осторожно, сейчас обработаем. Все, девочек приготовили? Все, девочек сажаем. Так, этого на перевязку. Лиля, ты берешь обработку, да? Хорошо. А мы смотрим, куда посадим малышей. Ох, ребята, этот гололед, конечно, очень тяжело ходить. Просто очень. Подожди. Подожди, мне надо посмотреть. Что там? Открой мне, покажи. Открой. Так, дети. Где вода, корм? А корм где? А, есть и корм, и вода. Хорошо, все маленькие. Все мои красивые. Так, сено. Сено есть. Все, дети, пожалуйста. Закрывай хорошо. Так, ну, сено постелили. Что мой золотой? Все, здесь хорошо. Детям будет тепло. Там опилки, корм. Все, здесь сено много. Все маленькие. С Богом. Закрывай.